снова здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Леонардо, и мы продолжаем проходить такую замечательную игру, как книга ненаписанных историй. И в предыдущей части, ну не прям в предыдущей, но после записи предыдущей части произошло кое-что очень ужасное. Дело в том, что когда я вышел из игры, я случайно нажал вместо сохранить, загрузить, и сейчас... По моей собственной глупости, теперь у нас сохранения, наверное, будут не точными, но да ладно. Вроде бы они должны быть точными, но... В общем, по-моему, мы должны добыть духоморы для... нашего Таурена. Да и, кстати, чтобы игра перестала лагать, я снизил настройки графики с высоких на средние. Чтобы хоть как-то это компенсировать. Понимаете? Я растолок цветы, получилась тягучая синяя паста. Так. Ладно, у нас открылась новая локация, давайте туда сходим. Эй, кто-нибудь! Дома кто есть? Я, кажется, заблудился. А насчет того, что я натворил в проходе, извините, просто зелье лунатизма перебрал. Добро пожаловать в мое царство, чужеземец! Оба-на! Говорящий шлем? Ну да, я волшебный. Меня зовут Нейт. Я ищу могущественный воинский комплект. Подозреваю, что ты из него. И не напоминай. Я так рад, что избавился от этой компании. Бесконечные скачки, вечные бессмысленные битвы, ночевки под открытым небом. Ну и те два идиота. Что это за место? И почему ты называешь его своим царством? Мне жутко повезло. Меня нашли эти сбрендившие землегоблины. Они балдеют от всяких блестящих штук и хотели преподнести меня своему божеству. Вон тому уродцу? Тихо, тихо. Он всемогущий и мстительный. По крайней мере, так я сказал этим простофилям. Я голос Бога. Усяк. Я их пророк. Потому что только я один слышу их божество. Что вы говорите, повелитель? Гоблины должны приготовить мне теплую масляную ванну? О, ну разумеется. Как вам будет угодно, повелитель? То есть ты тут как сыр в масле катаешься за счет земляных гоблинов? Как подло. Завидуешь, что опоздал? Да, конечно. А не боишься, что все раскроется? Земляные гоблины умом не блещут. Они ни за что не догадаются, и никто из них не посмеет сомневаться в пророке. Значит, божество должно само тебя уволить? Скорее всего. Это маловероятно. Ты уж извини, мне нужен весь воинский комплект, включая тебя, чтобы освободить полурослика. Смешная шутка. Я серьезно. Ты меня что, за идиота держишь? Я же местный бог. Ну, почти. Меня тут всячески обслуживают, живу как король. И ты серьезно думаешь, что я от этого откажусь? Придется. Ненадолго. Всего пара часов, и я принесу тебя обратно. Руки прочь, стража! Так, это этот плохо. Этот человек – богохульник! Он хотел осквернить ваше божество! Его святейшество – вне себя от ярости! Гоните его в шею! И чтобы не смел возвращаться, передайте всем! Так, это плохо.
Но... погодите. Заметили, музыка из главного меню играет. Я это только сейчас заметил, кстати. Эй, ай, вы слышите? Ай, полегче, отвалите, пустите. Муза! Ничего, с такими малявками не справился. Ах вы, блять, я вас тоже. Их маленькие ручки везде пролезли, блять. Нифига себе. Вот это да. А не ожидал я такого от Нейта. И причем разработчики так запикали, что прям понятно, что он там говорит. Что это, лохань воды? Лохань до краев наполнена горной водой. Похоже, земляные гоблины хранят здесь запасы питьевой воды. Слушайте, вода, а может ее туда макнуть можно? Нет, нет. Почему нет, а? Так, ну ладно. Я вроде бы помню, как этот момент проходить надо. Мне же надо, да? О, да-да-да, я это помню, я это помню. Что это, игрушка? Медвежонок это. Я знаю, что с ним делать. Бери его и отойди оттуда. Где он? Вот он. Чё? Чё это? Теперь у меня есть помпон на верёвочке. Полезная вещь, ничего не скажешь. Помпон на верёвочке. Чё, вот что это сейчас было? Ой, ещё один баф куда-то исчез. Ничего не понимаю. Жёлтый и синий дают... Зеленый. А зеленый и синий ничего не дадут, да? Жаль переводить чернила. Это же дорогущая тушь для каллиграфии. Или для рисования пятен на коровах. Надо сначала развести красной водой. Ну да, ну да. Я помню, медвежонок надо сюда поставить. Мне так голос, мне голос так нравится просто. Луда. Карличей драки. Да, свободен, ты уверен? Что-то я сомневаюсь. Опа, там что-то взять можно. Взять ключ? Какой ключ? А, видимо, от этого сундука. Деревянный сундук, окованный железом с массивным замком. Ну, с массивным замком, все ясно. Все уже понятно. Шахта уходит вглубь горы. Внизу видно слабое свечение. Там, наверное, целая армия земляных гоблинов. Да лучше я не хочу туда прыгать. Что-то совсем не хочется это проверять. Чем сюда зайти не можешь, что ли? Ё-моё. Блин, Нейт, ты меня каждым днем все удивляешь и удивляешь. Вот здесь никого нет, слава богу. Шашки динамита. Невольно задаешься вопросом, где гоблины его раздобыли. Ну не знаю, я лично не задаюсь этим вопросом. Тут как-то ключ, что ли? Да, от того сундука. Блин, Нейт, почему ты не можешь бежать, а? Ты ж такой немощный, ты ж такой мускулистый, почему ты не можешь бежать? Ты меня огорчаешь очень сильно.
подошел. И что в нем? Так, тут разные камни. Ух ты, камни магнитятся. В хозяйстве пригодится. Одного хватит. Я, кажется, даже вспомнил, как его применить. Что это за проход? А почему я не могу туда зайти? Почему? О, не сюда, чуть попозже надо. Так, стоп. Я знаю, мне надо вот это взять. Что-то это вроде помню. Питьевого мешка или бурдюка. Обычно их изготавливают из определенных частей животных. Но я не хочу вдаваться в детали. Возьми. По-быстрому. Небольшой костер. Время от времени к нему подходят земляные гоблины, чтобы погреться. Блин, уходи. Блин, попались. Причем так тупо. Ух вы, хуй мелкие! Чтоб вам всем на жопки поотрывало! Пи***сы недоделанные! Ну все, хватит, Нейт, не ругайся. О, кстати, может сможем вот эту флягу набрать воды, да? Так, наполню бурдюк водой, а потом завяжу. Бурдюк под завязку полон воды, только бы не лопнул. Так сдулся этим, боже мой, Нейт, сколько ты воды туда добавил? Мне уже страшно за тебя. Так, стоп. Факел освещает проход. Я не смогу пройти незамеченным. Сможешь, мы его потушим. Вода. Давай, иди, ты ничего не видишь. Этот факел, в отличие от других, не закреплен. Я могу его забрать. Так, и нам надо его поджечь, но я уже знаю, где его надо поджечь, у того костра. На конце шнура висит помпон паладина. Нет. Стоп. Порядок. Я заменю помпон на магнит. Вот так вот. Так, главное, чтобы им не спалиться. Пусть вот он пойдет, и я быстренько тут все сделаю. Свои дела. Надо улучшить подходящий момент, чтобы зажечь факел. Только бы меня не заметили. Так, отойди оттуда. Вот только сейчас был подходящий момент. Вот, ну, что ты так тупишь, а? Надо улучшить подходящий момент, чтобы зажечь факел. Только бы меня не заметили. Все, я понял. Нет, хотя я ничего не понял. Так. Он меня не заметил даже. Куча мелких камней и пыли. Наверное, гоблины просеивают породу в поисках драгоценных камней, а это отходы. Гладкая деревяшка, примерно полметра длиной. Что-то вроде черенка. Так. Что я могу сделать с этим черенком? Ладно, с факелом что я могу сделать? Ладно, а что там, кстати? Ой, стой, подожди. Не ходи туда пока. Я знаю, что надо сделать.
Вот что. Попробуем. Что за... Помогите! Стража! Я лечу! Буза? Да, Буза! Меня похищают! Нет! Это я! Буза! Этот шлем навлек на меня позор! Он более недостоин быть пророком! Чушь! Чушь! Не слушайте его! Он должен быть изгнан! Но человек, которого он прогнал, всегда будет у нас желанным гостем! Это я, пророк! Буза хочет тебя! По-моему, он чуть-чуть это самое обнаглел. Что-то звук Буза немного отстает. Свое слово. Заметили? Так. Главное беспалевно пройти. Блин, заметили. Спалили. Вот мы этот шлем можем забрать. Ух вы, хуй мелкие! Чтоб вам всем на жопки поотрывало! Пи***сы недоделанные! Да. Немного вот такие вот дела. Но в остальном, похоже, он в порядке. В порядке? Да я тебя... Захлопни варежку. Да он мне. Мне нужно спасти доброго друга, и ты мне в этом поможешь, хочешь ты этого или нет. Ну, давай, бери его. Нет, не тупи. Убери от меня свои грабли! Нет! Только не на жирные волосы! Фу! Да, не говори. Так, я так и не понял, где мне достать... Эту. Надо сначала развести красной водой, а потом уже смешивать с другими цветами. Так. Нет. Зачем мне факел, кстати? Ну ладно, неважно. Я уже не понял, для чего он мне нужен. Нужен. Кстати, а я это самое... Давно не болтал с нашей утопленницей. Хотя как бы пытаюсь вот на лужу вот, но естественно, блин, не получается. Это надо. Нет. Глина тоже нет. Блин, а что делать-то тогда? Я мог бы написать что-нибудь на листке. Ну что? Да. Еще раз не поговорили. Ну что? Как дела? Во время своих мучений ты случайно не натыкалась на воинский комплект? Что? Ну знаешь, меч, щит, шлем. Шлем у нас какой-то уже есть. Какой-то щит я видела. Не знаешь, где он? У моего Максимилиана тоже был щит. Большой и блестящий, с перьями. Погоди, не отклоняйся от темы. Где щит? А почему я должна тебе помогать? Ты грубый и гадкий. И смеешься над моим горем. Фи, таким быть. Да нет же. Если я страдаю, пусть все вокруг меня тоже страдают.
Но твои мучения прекратятся, если твой суженый пришлет тебе весточку. Конечно. Я бы с радостью побеседовала еще немного, но мне пора идти. Так, пора писать весточку. Думаю, пора написать отвергнутой деве любовное письмо. Итак, за дело. Он тем более прям на нас смотрит. Сладкая моя пампушечка, достопочтимая госпожа и здорово, крошка. Ладно, будем... Достопочтимая госпожа. Чуть умнее. Это я, твой Максимилианчик. Прости, что я так внезапно исчез. Это все... Все из-за... террористов, голосов... Голосов, ладно. Голосов. Этих ужасных, кошмарных голосов. Я мечтал подарить тебе свадьбу, достойную королевы. Однако потом... Ряд досадных неожиданностей. Со мной произошел ряд досадных неожиданностей. Во время поисков редкой серебристой жемчужины для твоего обручального кольца я попал в шторм на юге Восточного моря. Мое судно затонуло, а я очнулся 3 дня спустя. Так что-то он увлекся уже. На дне океана я превратился в живого утопленника. Я преодолел много опасностей и пережил невероятные приключения, гонимой неумолимой, нет, неутолимой тоской по тебе. Однако я не могу вернуться, поскольку что там? Студенческой визой. Вот это самое разумное. Роковое и более правдоподобное. Проклятие удерживает меня в этих водах. Заклинаю тебя, поспеши ко мне, любимая, где бы ты ни была. Я жду тебя на юге, глубоко на юге, нет, прямо там. Муа, просто шедевр. Ах да, чуть не забыл. А перед отъездом не упусти возможность помочь другим. Чмоки, твой Максимилиан. Идеально. Так, ладно, ребят, давайте сохраним такую интригу и закончим на этом. Я надеюсь, вам все понравилось, если это так, вы сделаете то, что нужно. И на этом у меня все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Леонардо. До скорой встречи. И помните, веселье только начинается.